Идет подготовка фарша. Аромат. Хороший аромат. Говядина приятно пахнет. В прошлый раз мы готовили для еды лук жареный. И было слишком много лука, кроме меня, никто сейчас лука осталось. Мы сейчас обжаренный лук добавляем. Кладу. Сезончик не добавляется. Да, лук есть все. Думаешь, этого хватит? Ни соли, ничего не надо. Я вегету добавляю. Всем привет. Вчера мы с вами жарили вот этот фарш с луком. На всякий случай. Сегодня хороший вечер, пятница. Смотрите, какой блестящий, шикарный фарш. Шампиньоны. Вот шеф наш ошпарил кипятком, поэтому у них цвет такой красивый стал. Вот приготовила посуду. Можно? Приготовила. Это цветная капуста? Да. Чуть-чуть. Она заморожена, и ее микроволновки отогрели. Да. И так далее идет. Смотрите, баклажан вижу. Вот это вот трава, как называется? Это листья салата. Так. Вижу сладкий перец, вижу морковку. Ну, в общем, пока так. Я надеюсь, что все увидим. Помидоры рубленые, консервы. Пока все. Ну вот смотрите, цветную капусту разморозили. Начинаем резать морковь. Итак, друзья, у нас получается усовершенствованное слоеное блюдо. Быстрое, ускоренное. Ну, то есть это что-то для духовки идет подготовка. Так. С морковью справились. Добавляем фарш, нарезаем баклажаны. После баклажана мы все. Видите, как мы ушли от мучного. Все время мучное, мучное. Теперь сейчас немножко подсолим, подперчим. Добавляем специи, соль гималайская идет. Можно еще раз показать на камеру. Перец. Черный перец. Чуть томаты добавили. После специй. После баклажанов и специй добавляем помидоры. Томаты рубленые. И опять добавляем фарш. Нарезаем сладкий перец. Добавляем. Действительно красота какая. Смотрите. Оранжевая, красная, зеленая, желтая, белая. Красное. А мясо как назовем? Коричневое. Мясо, мясо остается. И больше ополовиниваем. Итак, добавили грибочки. Сейчас опять немножко специй добавим.
Нарезали листья салата. Теперь я этим... Добавляем зеленый лук. Опять фарш. И время от времени не забываем о специях. Специи, соль и перец. Так, я сейчас этот томат еще доложу уже. Потом, короче, потом и масло, потом и сыр. Смотрите, какая красота у нас. Время без 5:04. Сейчас включаем духовочку. Бейк. Стрелку вверх. Температура 400-365 стоит. И старт нажали. Готовим духовочку. Итак, друзья, смотрите, прошло 10 минут, плита прогрелась. Помещаем духовочку. Видно, как накал идет. Вот так вот оставляем на время. Время у нас 5 минут 5. Температура 180 градусов. 365. Итак, учуяли мы запах вкусный. Открываем духовочку. Достали. Смотрите, как красиво и вкусно пахнет. Добавим сейчас сыр и сливочного масла. И опять духовочку. Сыр мы любим, не жалеем. Вот такой вот сыр, видите, 6 наименований. Микс. И теперь кусок сливочного масла. Нет, брусочек это слишком много, потому что масла много. Так, распределяем равномерно. Оператор же любит все жирное. Все, хватит. Вот так вот. И опять погружаем в духовочку. И минут через сколько? Сейчас смотрите. 10, наверное. У нас ровно 30 минут ушло на то, чтобы готовить. Давай не поставили на верхнюю полку. Время опять пока. Всего 30 минут ушло, чтобы приготовить. Так, учуяли самый важный запах, финишный. Выключаем плиту. Достаем наши блюда. Вы только посмотрите, какая красота. Друзья, еще раз к вам обращаюсь. Не забывайте, пожалуйста, оценивать наш труд по достоинству лайками, комментариями. Ну и, конечно, подписка. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо. И всех с наступающим Новым годом.